Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца натуральным красителем, который можно купить в любой аптеке. Стоит он недорого. Цвет получается ярко-красным с розовым оттенком. Для получения на яйцах рисунка применим простую технику нанесения обычного сливочного масла. Приятного просмотра! Первый способ – однотонные яйца. В небольшую кастрюлю высыпаем 50 граммов корня марены. Заливаем его 1 литром холодной воды и отправляем на плиту. С момента закипания варим марену 10-15 минут. Пока жидкость хорошо не окрасится. Затем огонь выключаем и даем отвару настояться 1,5-2 часа. Дальше добавляем в кастрюлю 1 столовую ложку соли. Закладываем чисто вымытые сырые яйца. Ставим на умеренный огонь. Ждем, пока закипит, и с этого момента варим яйца 10 минут. В процессе для более равномерного окраса яйца несколько раз переворачиваем. Через 10 минут достаем яйца из отвара. Промываем их холодной водой . Выкладываем на бумажную салфетку и даем полностью высохнуть. И в заключение, чтобы яйца красиво блестели, протираем их смоченной подсолнечным маслом салфеткой. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Теперь второй способ – яйца с рисунком. Готовим отвар точно так, как и в первом методе. Только настаивать нужно до полного остывания. В данном случае прошла целая ночь. Процеживаем полученный отвар через сито в небольшую емкость. Дальше берем вареное холодное яйцо. С помощью ватной палочки и размягченного сливочного масла наносим на него точки в произвольном порядке. И сразу отправляем яйцо в отвар. Так поступаем со всеми яйцами. Они должны лежать в посуде свободно, не касаясь друг друга, и быть полностью покрыты жидкостью. Теперь оставляем яйца краситься на 5-10 часов. Чем дольше находятся яйца в отваре, тем насыщеннее становится цвет. Окрашенные яйца достаем из отвара. Вытираем их насухо бумажными салфетками. А затем придаем блеск с помощью смоченного подсолнечным маслом ватного диска. Вот и все. Красочные пасхальные яйца без химических красителей готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.